минимальный раскрас авто – это не про этих ребят. Жюри при оценке смотрит и на внешний вид машины. Чем ярче, тем лучше, тем выше баллы. Однако участники серьезно подошли не только к оформлению машины, но и к тренировочному процессу. Мы к конкурсу готовились всю неделю, с понедельника по четверг. Тренировки проходили буквально с обеда и до самого вечера. Катался, делал первое упражнение, улучшал результат. С командой тренировали замену колеса, скоростную, в общем, улучшали свои результаты. Аплодисменты отдельно. В этот раз участников было немного, всего три команды, и все из политеха, но зато все остались с призами. Автолюбителям предстояло пройти 4 испытания. Это конкурс капитанов. Лидеры должны были за короткое время проехать специальную трассу. Дальше техническое знание автомобиля. Уже в командной работе участникам нужно было быстро провести шиномонтаж колеса, что сейчас, в принципе, актуально. Вишенкой на торте стал заезд девушек. Их главная задача – филигранно проехать круг подсчета и при этом не разлить воду из стакана, оценивала ребят опытное жюри. Вообще критерии разработаны, положение о конкурсе, оно до команд доведено. Считаться будут как время выполнения упражнения, так и количество ошибок при выполнении этого упражнения. Свою готовность к любым испытаниям показали все участники соревнований, но победила не дружба. Первое место у команды факультета энергомашиностроения, серебро у автолюбителей из колледжа и бронза у строительной кафедры. Все команды получили призы от спонсоров, очень нужные вещи для владельцев авто – инструменты. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.